Я болею за Одессу. Я делал все, чтобы одесситы увидели, что они могут выигрывать. Я буду делать так, чтобы Одесса выигрывала во всем. Кандидат в Верховный Совет Украины по Суворовскому избирательному округу Валерий Лакайчук. Это многоотраслевая корпорация ИРЕН. А это генеральный директор корпорации ИРЕН, кандидат в депутаты Верховной Рады Украины Александр Игоревич Жовтис. Мы, в принципе, строились на пустом месте. Поднимали, здесь была свалка когда-то. Поднимали всю эту основную свалку, ставили производственные площади. Самое главное, что мы хозяева на этой земле. И я хотел бы, чтобы мы здесь работали, и здесь сами были хозяевами. Чтобы не были люди, которые пришли со стороны, нанимали нас. А чтобы мы могли здесь кировать, и чтобы наши дети могли здесь жить, наши дети могли работать, зарабатывать. И чтобы не было подачек. Дайте вам подачку, сделайте то-то. Чтобы мы могли сами себе свою жизнь складывать. А складываться может только из труда, из того, что мы сами сделаем. Голосуя за него, вы голосуете за лучшую жизнь.